Мы считаем, что без веских причин, веских оснований, четкой мотивации нельзя не допускать спортсменов, которые ни разу в своей карьере не нарушали никаких не только допинговых правил, но и вообще каких бы то ни было правил проведения спортивных соревнований. Это недопустимо. Спортсмены сейчас действительно находятся под известным давлением и готовятся к играм. Им сейчас очень-очень непросто.